Сегодня нам в 10 часов утра поступила информация о том, что в районе пляжа «Дельфин», там, где затонуло судно «Дельфи», выявлено пятно порядка 180 квадратных метров. Нами приняты меры, выехали специалисты на место, то есть наша экологическая инспекция, государственная экологическая инспекция, КП муниципальной безопасности. На месте работают водолазы. Соответственно, пятно нефти устраняется непосредственно представителем судовладельца. Применяется для устранения пятна сорбет. Там, да, там разложены боны. Это происходит в связи с тем, что когда поднимается шторм или ветер, то есть боны не справляются с изоляцией этих пятен, которые там, ну, с количеством нефти, которое там есть. И, соответственно, периодически появляются пятна, которые впоследствии, ну, происходят, появляются в море. Но сейчас в первую очередь мы отреагировали, то есть первое, значит, применены, значит, химикаты в виде сорбета для того, чтобы это все локализовать, устранить. Дальше на сегодняшний день там проводят ряд мероприятий, то есть водолазы изучают причину, откуда это, то есть это либо новая утечка, либо это не справляются боны. Соответственно, вечером будет проведено аппаратное совещание, на котором будут приниматься соответствующие меры. Акт составлен, соответственно, акт по сумме ущерба будет выставлен, соответственно, непосредственно судовладельцу. Сумма ущерба выясняется согласно акту. Ущерб рассчитывает государственная экологическая инспекция согласно составленным нами актам. Тоже видно. Не знаю, телефон не увидит это. Вот я наступил сюда на траву. Она начинает стекать.